Задолженность по заработной плате в Новосибирской области за месяц выросла в 3,5 раза. Почти 4 тысячи человек не получают положенные выплаты. Работодатели должны им более 280 миллионов рублей. А между тем, у нерядовых жителей таких проблем нет. Новосибирская область – один из лидеров по количеству богатых чиновников и депутатов. Интернет-портал Forbes составил рейтинг российских регионов, где госслужащие и народные избранники только по декларациям имеют общий семейный доход более 20 миллионов рублей. И зарплату, между прочим, получают вовремя. Так вот, в нашей области таких 8 человек общими усилиями за прошедший год они смогли заработать более 300 миллионов рублей. Самым богатым считают депутата законодательного собрания области генерального директора Новосибирского автодора Федора Николаева. Его доход превысил 68 миллионов рублей. В рейтинге Forbes наша область заняла 15 место. Из ближайших соседей лучшими показателями могут похвастаться только Томская область. Там 9 чиновников и депутатов заработали 339 миллионов. И в Иркутской области золотая десятка стала богаче почти на миллиард. Ну а самые обеспеченные госслужащие живут в Пермском крае. Там сразу 15 мультимиллионеров с общим доходом почти 2 миллиарда рублей.